Это Навасов. И сегодня в этом видеоролике будет идти разговор о школьнике, у которого есть крутой дорогой инвентарь. Да, да, да. И как вы могли заметить, у него есть нож, который стоит целых 30к как минимум. Это складной нож, гамма-волны, изумруд. Такой нож точно не выбить из кейса, но забрать его, например, можно с CS Money. Но сами подумайте, откуда у школьника, которому 14 лет, такой инвентарь? Интересно, откуда он взял такие скины? Может, украл? Одолжил ему кто-то или он сам их купил? В общем, это вы напишите в комментариях свои догадки, ну а я продолжу. Конечно, когда я у него это спросил, он написал «купил». Дальше он написал «тебе какое дело» и то, что ему 14 лет. Но все же, вот как я думаю, он его не покупал. Про это мало верится. А это уже его инвентарь. А какие скины есть у вас, напишите в комментарии. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Всем удачи, всем пока.